Республика Башкортостан стоит на пороге векового юбилея. По традиции 11 октября считается выходным, но праздничные мероприятия проходили повсеместно накануне. Краснокамский район принимал у себя почетных гостей. От имени главы республики поздравить местных жителей приехал Азамат Хусаинов. Замминистра отметил, что Башкортостан является одним из ведущих промышленно развитых регионов страны. И это благодаря ее жителям. Трудолюбие и жизненный оптимизм жителей республики вселяет уверенность в том, что мы обязательно решим все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде на благо родной республики. С праздником, Байрам! Мероприятие продолжилось награждением краснокамцев, которые своим многолетним и добросовестным трудом внесли вклад в развитие района. Почетную грамоту Ассоциации Совета муниципальных образований получила Татьяна Шамтиева. Женщина более 20 лет работает управляющей делами в Карибском сельсовете и отмечает, что за это время многое изменилось. Я работаю с делопроизводством, веду делопроизводство в сельсовете. Изменились условия и порядок работы, поведение делопроизводства. Мы работаем с начала 2018 года, мы подключили систему межведомственного электронного документооборота, ведем запросы по электронному запросу граждан на постановку учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Я вот сегодня очень рада, что меня отметили высокой наградой, оценили мой труд. И огромное спасибо администрации Краснокамского района, правительству Республики Башкортостан, что я стала обладательницей почетной грамоты, награждена почетной грамотой от Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Башкортостан. А также хочу поздравить всех с праздником, с Днем суверенитета Республики Башкортостан, пожелать всем дальнейшего роста, развития и процветания, успехов, здоровья и благополучия. Следующая высокая награда принадлежала Зиле Каламовой. Она 37 лет проработала в сфере образования Краснокамского района, а последние 3 года является главой Новокаинлыковского сельского поселения. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие района и в честь Дня Республики Башкортостан Зиле Каламовой вручили знак отличия за заслуги перед Краснокамским районом. За последние эти 3 года в нашем сельском поселении проделано очень много. Благодаря поддержке администрации Краснокамского района и участию сельского поселения в различных программах. Планов очень много, конечно, на будущее. И думаем, что наши жители останутся довольны. Как вообще вам работается в вашем селе? Люди активные, помогают ли? Работается легко, население поддерживает. Я вот чувствую поддержку населения и поддержку, конечно, администрации района тоже очень чувствую. Я вот сегодня получила награду и очень волнуюсь. Спасибо, конечно, огромное за то, что вот так высоко оценили мою скромную работу. Трудолюбие краснокамцев отметил временно исполняющий обязанности главы администрации. Олег Гильфанов поблагодарил собравшихся за плодотворную работу. В нашем районе есть все условия для дальнейшего развития всех отраслей и сфер деятельности. Здесь живут люди, которым свойственны трудолюбие, доброта, преданность родной земле. От всей души поздравляю вас с Днем Республики. Желаю всем крепкого здоровья, радости, созидания и творчества, успехов во всех делах во имя родного Башкортостана и всей Великой России. С праздником, дорогие друзья! В рамках празднования Дня Республики в фойе районного дома культуры прошел фестиваль башкирской культуры. Гостей встречали песнями и танцами. Фольклорный коллектив «Ак-Калфак» продемонстрировал башкирский обряд рождения ребенка. А культработники организовали стол, наполненный национальными блюдами башкирского народа. В рамках празднования Дня Республики Башкортостан в районном доме культуры проходит районный фестиваль башкирской культуры. Сегодня мы приготовили башкирский фольклор «Рождение ребенка». И приготовили выставку национальных башкирских блюд. Чак-чак, балиш,
Баурсак, Бакбалеш, Костобей. Мы, работники культуры, всегда стараемся развивать башкирскую культуру, башкирские обряды, восстанавливать и сохранять их. Слова благодарности и поздравления не заканчивались еще долго. Более 30 краснокамцев, которые много лет трудились на благо района и республики, получили в этот день заслуженные награды. А в знак благодарности творческие коллективы дарили им свои концертные номера.